Конечно, знаем, что вечный огонь для вов героев зажжен, и все же, к нему подходя, голову теряю я, Европу вспоминая, что колдунов и ведьм сжигая, не как иноверцев, а как земли пришельцев, чей прах здесь нежелателен, слишком уж влиятельный. Вечному огню благоговею, и их беспокоить не смею, как это горько было, в памяти не остыло, как в конце сожжения было отдохновение души на глазевшую толпу, возлагавшей вины полноту. Как дух бесплодный ведьмы сожженной над бывшим домом вил, след жизни не находил, как огонь все боль очистил от злобы людской бессмысленной, и все же тоска осталась, зачем я на земле воплощалась, как зима была потом лютая, и втайне каялись люди, да их огонь не греет, а ведьме все теплее. Зажигалка дочечного огня, курение в крови у меня, я называла ее Алис, как хватит по-немецки обозначалась.